все мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти. И те, кто подумал, что на моем канале перестанут выходить маленькие игры, глубоко заблуждался. Маленькие игры мы с вами будем проходить на моем канале, они никуда с моего канала не денутся. И, скажем так, первой маленькой игрой после длительного перерыва будет у меня «Остров оживших лиан». Это игра, которую меня очень-очень давно уже просит пройти мой дорогой, уважаемый подписчик. Много он мне уже пишет про нее. Посмотрела я в интернете, в YouTube, в частности, есть ли прохождение данной игры. Да, в принципе, прохождение этой игры присутствует, но они без комментариев. Возможно, по этой причине мой дорогой зритель меня и просит пройти данную игру. Ну что, выполняю волю. Всем приятного просмотра, прохождения игры «Остров оживших лиан». Давайте нажмем «Играть». Итак, что нам предлагает игра, когда мы ее запускаем? Она нам предлагает выбрать режим. Это либо режим эксперта, либо казуальный режим. Что дает режим эксперта? Режим эксперта дает нам то, что подсказки будут заряжаться медленно, активные зоны не подсвечиваются, предусмотрен штраф за хаотичное нажатие по экрану. А в казуальном режиме у нас с вами подсказки заряжаются быстро, активные зоны подсвечиваются, штраф за хаотичное нажатие по экрану не предусмотрен. Те, кто давно уже со мной, они знают, что если в игре есть возможность выбрать легкий режим, то я выбираю легкий режим. Легкий, простой режим повествования и так далее и тому подобное. То есть я не ставлю перед собой никаких задач по достижению каких-то целей, какие-то там рекорды, кому-то что-то не доказывают. Для меня прохождение игр – это прежде всего релакс, расслабление. Ну, то есть я просто отдыхаю ментально, когда прохожу игры. Поэтому если кто-то присоединился ко мне через игру «Остров оживших лиан», то имейте в виду, проходить мы с вами будем эту игру в казуальном режиме. Не люблю сложности. Я так понимаю, это у нас с вами какая-то лаборатория, где какие-то эксперименты ставят над цветами, да? Ну или над растениями. Итак, что мы видим? Видим какую-то площадку, какую-то площадь. Здесь какой-то человек стоит. Сразу скажу, мои дорогие котятки, я эту игру не проходила. Точнее так, возможно, был момент, когда я проходила, там, я не знаю, там 10 лет, 15 назад, когда она только вышла. Но я абсолютно не помню, что это за игра, о чем она и что нас с вами здесь ждет. Поэтому все, что вы будете видеть, давайте считать условно, что это в первый раз. Потому что я правда не помню, чтобы мне попадалась эта игра. Может быть, потом в процессе я где-то буду что-то там вспоминать из моего далекого игрового прошлого. Потому что очень многие игры я проходила. И в целом, наверное, сложно мне показать игру, которую, про которую я хотя бы не слышала. Но вот, по-моему, «Остров оживших лиан» — это вот одна из этих игр. И долго я не решалась ее проходить. Не знаю почему, может быть, потому что мне там сюжет не понравился, или вот если я делала просмотр самого видео, но пройти надо, потому что подписчик просит. Так, что я здесь вижу? У меня вон книжечка подсвечивается, дневник, видимо, какой-то, да, как во всех маленьких играх. Я получил работу своей мечты. Уже несколько дней я живу на острове, но увидел профессора Штайнера впервые. Я хотел работать с ним с того момента, как мне попалась статья о его смелых экспериментах по генной инженерии. Лаборатория находится на отдаленном острове, чтобы никто не мешал экспериментам.
Результаты большинства опытов находятся под грифом «секретно», но если я заслужу доверие, то смогу получить к ним доступ. Ага, то есть становится понятно, что мы играем за как помощника профессора Штайнера, то есть наш главный герой тоже в своем роде ученый. Так, что делать-то? Наверное, надо поговорить с профессором Штайнером, как мы выяснили. Добрый день. Я профессор Штайнер. А вы, наверное, мой новый ассистент? Сегодня я провожу очень важный опыт, и нужна ваша помощь. На грядке растут мои подопытные растения. Уберите с них вредных насекомых. Ага. Хотите пройти обучение? Да, да, конечно, хочу, потому что, во-первых, я не проходил эту игру. Возможно, те, кто смотрит сейчас это видео, тоже не видели, не проходили эту игру. И им тоже будет полезно ознакомиться с механикой игровой. Итак, нажмите на дневник, чтобы посмотреть хронику последних событий. Угу, нажали, прочитали. Чтобы взять предмет, нажмите на него. О, нам подсказывают, что нам нужно взять секатор. И да, посмотрите, курсор меняется со стрелочки на руку, да, когда мы наводим на какой-то важный предмет. Угу. Так, секатор у нас переместился сюда в инвентарь. Инвентарь у нас не закрепляется? Видимо, не закрепляется. Нажмите на статую. А, ага, да, посмотрите. Навожу на статую, и курсор меняется на значок лупы. За лианами что-то есть. Да, на статую вижу он. Ключ висит. Так, дальше. Нажмите на кнопку, чтобы получить подсказку. Ну, лианы, наверное, секатором нужно разрезать. Срежьте лианы с помощью секатора. Да, отлично, давайте. Прекрасно. Теперь возьмите ключ. Ключ у нас от чего-то появился. Так, а дальше что надо? Вижу вот дверь с пауком, посмотрите, подсвечивается. И вот такое вот голубое как бы сияние, как голубой дым, да, вот отсюда вот из этой стороны экрана исходит. Наверное, здесь зона с поиском предметов, мне кажется, милые. Обычно они всегда так подсвечиваются. Нужно собрать 25 таких насекомых, пишет нам игра. А внизу написано, соберите насекомых 24. Так сколько нам все-таки собрать надо? Один из 24. Почему там было написано 25? Кто знает? Ладно, опустим эту ситуацию. Скажем так, сложности перевода, то есть локализации. Бывает и не такое мы с вами в наших играх видели. Помните, да, мы с вами проходили, по-моему, что-то связанное с Рапунцель было. Нам нужно было найти с вами петарды, а на самом деле там был воздушный шарик. Так что, знаете, в маленьких играх, когда я что-то читаю, я уже ничему не удивляюсь. То есть меня очень сложно чем-то удивить. Так, еще одна букашечка где-то есть. Но я эту букашечку не вижу. А вот, наверное. Замаскировалась под листик. Ты смотри-ка. Но нет, я найду тебя. Так, что дневник у нас подсвечивается? О, лианы очень странно обвили статую, будто они прячут что-то, да? Мы уже разобрались с лианой. Да, дневник подсвечивается у нас, когда какое-то новое событие происходит в игре. Хорошо, учтем. Так, что еще? Ну, паук. Видимо, паучку нужно будет дать насекомых, чтобы он как бы очистил от паутины ворота. Похоже, паук ядовитый, нужно как-то его отвлечь. Ой, посмотрите уже, сколько у него жертв на его пути. Давайте насекомых дадим. И ключик сюда применим. Отлично, путь вперед открыт. Пока что вроде все понятно, мои дорогие. Давайте в дневничок заглянем. Бррр. Не люблю пауков. Как быстро он намотал свою паутину. Надо его отвлечь какой-то едой, чтобы он уполз. А то мне неприятно прикасаться к замку, пока на нем сидит паук. Мне еще не выдали личные ключи и карты доступа. Приходится искать запасные. Окей. А что, куда делся-то? Чтобы открыть двери, нужны два дверных кольца. Куда профессор-то делся? Он с нами играет в какие-то игры, котятки. Так, сову вижу. Ага. Так, окно.
За окном лежит лакомство для муравьев, но крючок внутри, и будет сложно открыть его, не заходя в дом. Сахар. Сахар. За окном лежит сахар. Так, тут что у нас? Странные колючки выросли прямо из дупла. Там линеечка у нас лежит. А вот, видимо, с помощью линеечки-то и будем мы с вами открывать. А что у меня дневник подсвечивается? Я же все уже здесь прочла, нет? За окном обычно стоит лакомство для муравьев, но крючок внутри, это очень неудобно. Надо найти способ открыть окно, не заходя в дом. И в этом дупле сотрудники иногда оставляют какие-то вещи. Вот и моя линейка тоже там лежит. Но еще час назад этих колючих лиан не было. Невероятно, насколько сильно жаркий климат и влага влияют на скорость роста растений. То есть нам здесь даже немножко с вами рассказывают про саму игру. Я не полезу в муравейник, кишащий муравьями. Да, тут у нас с вами дверная ручка. Я все больше убеждаюсь, что ученые очень рассеянные и немного странные. Меня уже не удивляет, что сотрудники оставляют вещи в самых неожиданных местах. Вот и ручка от двери оказалась в муравейнике. Муравьев регулярно отбирают для опыта в лаборатории. Насекомые никуда не разбегаются, потому что их здесь подкармливают сладким. Ага, вот и объяснение, почему сахар всегда стоит на окошке. А то, знаете, у меня уже возник вопрос. Откуда ты знаешь, что сахар всегда стоит на окошке? И зачем он вообще там у нас с вами стоит? Что это такое, кстати? Ролик. Ролик от чего? Так, тут что у нас? Ничего. Так, ну на дверь-то нам ручку нужна, это мы уже поняли. Так, а ролик-то куда применить? Вроде ничего необычного я не вижу. Куда-то переместиться в другую локацию мы с вами не можем. Сюда нажимаю, здесь ничего не происходит. Сова просто ухает, когда мы на нее нажимаем. Давайте подсказкой воспользуемся, что мне игра скажет. А, ну может давайте секатором, да, тогда. Секатор же у нас в инвентаре остался, он же никуда не делся. Так, ну а теперь уже... Ого. Дорогая Лили, наша группа изучает растения на острове в Тихом океане. Через 3 недели профессор Штайнер даст мне отпуск, и я приеду. В последнее время его эксперименты становятся все смелее и смелее. Сейчас мы скрещиваем гены растений различным образом и получаем трансгенные растения с самыми невероятными свойствами. Но мы планируем перейти на новый уровень. Когда получим первые данные и опубликуем их, это станет настоящей сенсацией. Ждите меня, я скоро приеду. Люблю тебя, поцелуют меня малышей. Слушайте, знаете, игры с генной инженерией – это такие опасные игры, в которые просто так лучше не играть. Так, отвлекаем муравьев. Берем ручку. Идем к двери. И заходим внутрь. Так, сцена с поиском предметов. Вижу, что еще здесь есть. Проход на второй этаж для нас недоступен. Ну, значит, в сцену с поиском предметов нужно нырнуть. Так, есть что-нибудь новенькое здесь у нас с вами? Нет. Ну, дневник подсвечивался так, как будто что-то новенькое есть. Но новенького ничего нет. Так что ок. Соберите 3 пера. Возьмите нож и разрежьте яблоко. А, то есть это нам надо половину яблока сделать. То есть все, что подсвечено оранжевым у нас внизу, да, в поиске предметов, то с этими предметами нужно как-то взаимодействовать, чтобы их получить. Хорошо. Поняли. А вы возьмите половину яблока. Итак, что нам необходимо здесь найти, котятки? Телефон, марку, пес. Пес или пес, или лес. Ладно, разберемся. Пластинку, 2 кувшина, совок, бумеранг, веник, ожерелье и молотый кофе выделен оранжевым. То есть, чтобы его получить, нужно его смолоть. Потому что я вижу уже зерна и кофемолку. Давайте. Все, отлично, мы получили молотый кофе. Итак, телефон марка, наверное, пес. Пластинка, 2 кувшина, совок, бумеранг, веник, ожерелье.
Так, ожерелье, скорее всего, вот это вот. Марку тоже вот здесь вот вижу. Так, кувшин. Один. Так, телефон тоже вижу. Вот кувшин два вижу, кстати. Так, совок, бумеранг, веник, пластинка и пес. Ну, видимо, это пес все-таки. А может, лес? Так, бумеранг нашла. Пластинку вижу. Три предмета. Совок, веник и какой-то пес. Пес я хочу оставить, знаете, на подсказку, потому что то ли это пес, то ли это лес. Но я тут и совок с веником не вижу. Я не могу сказать, что плохо все прорисовано. Вообще терпеть не могу игры, где плохо все прорисовано. Вроде бы все нормально. Но я в упор не вижу совок и веник. У меня еще экран очень большой. И ты не знаешь, в какой просто край смотреть. А может, совок вообще не совок, а веник вообще и не веник, котятки. Такое тоже у нас с вами во многих играх было. Ну-ка, давайте подсказкой воспользуемся. Да, все-таки это был пес. То есть, ну, собака. Другими словами, почему они написали именно пес? Что им мешало написать собака? Вот, кстати, вижу веник. Собака или волк. Вот я больше бы, наверное, подумала, что это волк. Вот как бы ассоциации с псом у меня отсутствуют. Так, и осталось нам найти с вами совок. Так, веник очень хорошо был запрятан. Совок, совочек, ты где? Давай. Появись. Ага, вижу, вот он, совок. За статую очень хорошо был спрятан. Опять же, когда мы ищем какие-то предметы, у нас свое представление, да, в голове об этих предметах. Ну ладно, веник-то понятно. А совок вообще может выглядеть как угодно. И от этого возникают сложности в поиске предметов. Так, что еще у нас здесь с вами есть? Ну, там человек какой-то у нас ходит. На втором этаже сейчас уборка. Я поднимусь позже. А что нам совок и веник-то дали? Давай уберемся. Сейчас в доме идет генеральная уборка. Первый этаж почти закончен. На втором уборка только началась. Когда закончится, обязательно туда схожу. Так, тут что у нас? О, вот сюда нам, видимо, нужно ролик применить, да? Ой-ой-ой. Нехорошо оставлять после себя грязь. Надо подмести пол. А вот к чему был приурочен веник и совочек. К тому, что мы уроним эту вазу с растением. О, а там пряталась перфокарта. Ничего себе. Конечно, нехорошо, что дерево упало. Однако я кое-что нашел. Кто-то спрятал в горшок цветка перфокарту. Вряд ли это случайность. Зачем? Да, мне тоже хочется теперь узнать, зачем ее так хорошо прятать. А вот для чего ее прятать. Потому что у нас с вами закрыта эта комнатка. Угу. Так. Что это у нас такое? Дверь заперта каким-то невероятным замком. Кажется, для его открытия нужна какая-то карточка. Такие замки новинка и пока встречаются очень редко. Очень странно, что в этой игре нам дают объяснение, ну, как бы после совершившегося. Ну, то есть, мы отодвинули с вами софу, упал цветок, оттуда выпала перфокарта, мы ей с помощью этой перфокарты открыли замок, и нам потом рассказывают про этот замок. А может быть, нам нужно было сначала увидеть дверь, понять, что нам нужно что-то необычное для открытия этой двери, а потом только нам давать перфокарту. Ну, знаете, я не разработчик, вот, ну, как бы так решили, как решили. Ага, под напряжением, видимо, что-то, да? Что еще здесь можно взять? Ничего. Шар под напряжением. Красный рубильник, очевидно, выключает электричество, но он закрыт на замок. Нужно открыть его. Да, вот посмотрите, здесь висит замочек. Кто-то закрыл этот шар на замок. Возможно, там внутри какое-то опасное растение. Так, тут что такое? Это распылитель для эксперимента. Мне нужно приготовить раствор, чтобы влить его в бутылку. Новости науки.
Все расплывчато, ничего не понятно, ничего не прочесть, мои дорогие котятки. Может, дневничок нам что-то расскажет? Нет. Дневничок про газетную вырезку ничего не сказал. Это очень странно. Обычно в играх все-таки как-то рассказывают про что-то. Так, это все сюда же касается. Ну, давайте вот пройдем в эту дверь тогда. О, здесь опять профессор. Ну, наконец-то, я уже заждался. Помогите мне приготовить раствор для эксперимента. Состав я наклеил на доску. Возьмите пробирку с генным материалом, а плод вы найдете на грядке. Пробирка с порошком. Какую-то пробирку мне дали с каким-то порошком. Мне рассказали об эксперименте в первый мой день на острове. Все здесь считают, что он может перевернуть дальнейшую жизнь человечества. Планируется скрестить гены растения NC3 с генами пираний, чтобы усилить его устойчивость к агрессивным воздействиям внешней среды. На колбе с фиолетовым порошком написано «генный материал» и нарисовано пиранья. Скорее всего, в этом порошке содержится ее ДНК. То есть они растения хотят соединить с пираньей, чтобы растения боролись с агрессивной средой. С какой? С какой агрессивной средой может бороться растение с генами пираньи? С морозом? С холодом? Она будет пожирать снег вокруг себя? Что-то мне не нравятся эти эксперименты, котятки. Ну, не нравятся. Так, формула. Плод, 10 грамм генного материала, 2, вода, все смешать в ступке, и что-то у нас с вами получится. Окей. Сюда вентиль явно нужно применить. Сперва нужно взять на грядке плод растения, а здесь можно будет смешать раствор. Ну ладно, хорошо. Не хочешь, как хочешь. Так, тут, видимо, будем 10 грамм отмерять, да, мои дорогие котятки? На весах можно взвесить пробирки, но на одной чаше не хватает цепочки. То есть нам нужна цепочка и 3 пробирки. Будем отмерять 10 грамм. Это растение, над которым мы будем проводить эксперимент. Ага. Мне не хватает света, чтобы посмотреть образец под микроскопом. Да, темно, котятки, не видно ничего. Видимо, сюда лампочка нужна. Так, зайдем в эту дверь. Так, что здесь есть? Еще одна пробирка. Вот и цепочка. Похоже, кто-то пытался ее починить, но не нашел увеличительную линзу. А цепочка порвана, видимо. Будем линзу искать. Так, тут что у нас? Какая-то посылка. Что это такое? Батарейка. Это одна из коробок с грузом, которая приплыла кораблем. Договор доставки грузов. Порт Акапулько, остров номер 7. Продукты 300 грамм, лабораторные растворы 120 бутылочек, химические реактивы 25 килограмм, удобрение 500 килограмм. Дата 30 апреля 1953 год. Это один из последних экспериментов профессора Лиана, скрещенная со змеей. Похоже, она уже выросла и начала охотиться на лабораторных мышей. А где? Где Лиана-то? Так, тут что у нас? Мне нужно провести электричество от минуса к плюсу и зажечь все лампочки на щитке. Но два раза пускать электричество через одну и ту же лампочку нельзя. То есть у нас уже начался квест. Так, что ли, получается? Да, уже, видимо, получается у нас квест. А, это сброс. Все понятно. Так, не знаю, откуда надо идти, наверное. Как-то вот так. Или все проводочки надо зажечь, не понимаю. Не понимаю. Зажечь все лампочки. Все лампочки горят. В чем проблема-то? А, там не то, что лампочки не хватало, там электричества не было, ладно. Так, тут что у нас? Так, реактив, фонарик. Нужен ключ от ящика с микроскопом. То есть мы, видимо, там линзу, да,
найдем. Швабра? Швабра-то нам зачем? Так, что еще можем здесь сделать? Не вижу, чтобы мы еще могли что-то здесь сделать. Давайте сюда посмотрим, заглянем. Это растение, над которым мы будем проводить эксперименты. Мне нужно распрыскать раствор. Угу. Хорошо. Так, сюда рано, потому что нам нужен плод. А плод вы найдете на грядке здесь. Может, мне сюда нужно? Ну, тут я уверена, что мы 10 грамм сначала должны отсчитать, мои дорогие котятки. Сюда цепочку, там линза. Ну-ка, подсказка, куда мне двигаться-то? А что ты здесь хочешь? Хочешь, чтобы я поставила... Как это? Реагенты? Ну, прекрасно, хорошо. Допустим, я их поставила. Дальше что? Допустим, но смешать я ничего не могу, потому что мне надо отмерить 10 грамм. Без цепочки я это не сделаю. Куда-то нужно применить фонарик и швабру. Что-то надо сделать с помощью швабры. Я не понимаю, что нужно сделать с помощью швабры. У нас с вами нет ключа от... Ну-ка, давай подсказка. Там что-то есть? Серьезно? Под шкафом растет один из последних экспериментов. Лиана, скрещенная со змеей. Похоже, она уже начала охотиться на мышей. Следует подсветить и лучше ее рассмотреть. Флаффи Китти невнимательная. Вот и швабра нам пригодится. Спасибо. Спасибо за линзу. Цепочка разорвана. Нужны плоскогубцы, чтобы ее починить. О, боже, сейчас еще плоскогубцы будем искать. Еще и булавку у нас с вами, да? И пестик. Куда можно применить булавку? У меня вариантов нет. Ну-ка, подсказка. Здесь, сюда куда-то булавку можно применить. Ну-ка, подсказка. А, надо было просто посмотреть в микроскоп. Так, и что нам от этого стало понятней? На растение мы с вами посмотрели. Хорошо. Что-то там происходит, какие-то клетки. Так, прекрасно. Дальше что? Здесь не с чем взаимодействовать. Здесь цепочка. Для цепочки нам нужны плоскогубцы. Может быть, вот это мы сможем открыть булавкой? Да, серьезно. Игра нам говорит, что нам нужно найти ключ, а в итоге мы замок открываем булавкой, мои дорогие котятки. Знаете, вместо того, чтобы сказать, что мне как-то нужно открыть... Ага. Понятно. Вместо того, чтобы сказать, что мне необходимо хотя бы как-то открыть этот замок, она мне говорит, что нужен ключ. Я в голове держу информацию, что мне, я не знаю, нужен там ключ. Это не поможет. Ну, понятно, спасибо. А на самом деле нужен не ключ, котятки. То есть нужно что-то, что откроет... Так, еще что ли что-то здесь? Нет, все уже. Это не активно. Вообще выходим отсюда. О, зона с поиском предметов. Да, забыла, мои милые, что вообще, когда проходим маленькие игры, нужно ходить везде по всем локациям, из одной возвращаться во вторую, из второй переходить в третью. Итак, поиск предметов, мои милые. Раковина, жук, ракета, плоскогубцы. Плоскогубцы, кстати, сразу увидела, потому что они мне нужны. Раковина, жук, ракета, плоскогубцы, кот, кольцо, шляпа, тарелка... Туфля.
арфа, полотенце, рыбка просто так нам не дадутся. Надо что-то сделать для этого, чтобы их найти. Ладно, давайте начнем. Раковина, жук, ракета, плоскогубцы, кот, кольцо, шляпа, тарелка, туфля. Так, туфлю вижу, тарелку вижу, жука вижу, плоскогубцы вижу. Так, раковина, вот, наверное, скорее всего. Да, кот у нас вон там наверху. Так, ракета, кольцо, шляпа. И что-то необходимо сделать. Кольцо, наверное, вот это. Так, арфа. Арфе, наверное, не хватает струн. Да? Да. Так, рыбка. Рыбку вижу. А как нам ее поймать? С очком, что ли? И полотенце, котятки. А что можно сделать, чтобы найти полотенце-то? В ящике, может быть, открыть ящик. Так, с очком мы ловим рыбку. Может быть, ящик открыть, и внутри будет полотенце. Давайте ключик возьмем. Да, прекрасно. Ой, спасибо тебе, игра. В принципе, все понятно. Плоскогубцы появились. Будем восстанавливать с вами цепочку для весов, потому что нам надо отмерить 10 грамм. Так написано на доске. Угу. Мало того, что соединили, так еще сразу и спаяли. Вот плоскогубцы какие, смотри-ка. А может, главный герой нагрел плоскогубцы, да, и они спаяли сразу цепочку. Надо взвесить каждую пробирку, тогда я смогу выбрать нужную. На правую чашу весов кладут пробирки, на левую гирьки. А нужную в каком смысле-то? Это не сработает. А как убрать теперь? Никак? Или мне надо гирьки теперь убирать? Не понимаю вообще решение этой головоломки. Ну, то есть я положила, дальше что? А, просто нужно... Все понятно. Просто нужно каждую гирьку взвесить. Ага, я-то думала иначе. Все отлично. 10 грамм порошка, да, они мне, собственно, нужны. Сюда, наверное, надо высыпать, да? Надо делать раствор точно. А, плод нужно. Так, а где плод-то возьмем? Тут нет ничего. Тут у нас флакончик. Так, может, куда-то выйти надо? Красиво, котятки. Это вот этот плод нам нужен, нет? Он съел лягушку. Это вот способ борьбы с агрессивной средой. Цветок съел лягушку, посчитав лягушку агрессивной средой. То есть они вот к этому, что ли, стремятся? Вы что, серьезно, котятки? Соберите старые листья, 25. Ну, надеюсь, 25 в этот раз будет. А не там, я не знаю, 23. Так, еще один. Но, на мой взгляд, знаете, как будто все так чистенько, аккуратненько, нигде нет сушеных листиков. Есть только вот этот вот. Да, 25 листиков. Так, полить нужно росток. А, вот и плод.
который нам нужен был. Драгониум мутана. Это драконий фрукт, если я не ошибаюсь. Он, по-моему, существует, ну, как бы в действительности. А может, это только изобретение в играх? Ну, он много где встречается, например, там, как минимум, там в Симсах, да, Симс. Там есть этот драконий плод. Ну, подсказка такая, подсказка, да, типа, возьми пестик от ступки, чтобы он просто был у тебя в инвентаре. Отлично. Теперь раствор нужно залить в распылитель и опрыскать подопытное растение. Да, знаю, уж поняла, где бутылочка. Драконий мутана. Это опытное растение, полученное путем сложных скрещиваний. Сок плодов резко ускоряет все генетические мутации. Поэтому с ним приходится работать очень аккуратно, так как он может вызвать необратимые изменения в организме. Чтобы сок был более безопасным, плоды измельчают вместе с водой. Видимо, сок очень концентрированный, мои дорогие котятки, просто очень. Ну, без воронки, без всего, прям так льем. Ничего, что это какое-то опасное, да, вещество мы получили. Ну, нормально. Ну, капнет на стол и капнет на стол. Раствор готов. Теперь, говорит, я могу опрыскать растение. Ну, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. Так, что дальше-то? Раствор пошел. С клетками, да, что стало происходить. Зубы выросли у клеток. Кажется, с растением на клеточном уровне происходит что-то интересное. Даже техника не выдерживает. Нужно заменить линзу в микроскопе. Вот ключ от кейса, в котором лежал микроскоп. Там есть другая. Ключ от ящика с микроскопом. Давайте почитаем, что думает главный герой вообще о происходящем. Что-то ужасное происходит с растением на клеточном уровне. Я не понимаю, так должно быть или что-то идет неправильно. Нужно скорее заменить линзу и посмотреть еще раз. Там вообще сейчас, мне кажется, сожрет это растение линзу. Микроскоп и главного героя. О, боги. Что это было? Кровь. О, доигрались. Доигрались со своими экспериментами, котятки. Растение реагирует на среду. Трагическая смерть ассистента не заставила Штайнера прекратить опыты, но вскоре вся группа спешно покинула остров, и Штайнер остался один. Прошло 50 лет. Неожиданно, котятки. Очень неожиданно. То есть мы играли за главного героя, который погиб. Боже. То есть ассистента сожрало какое-то хищное растение. Я не знаю, сейчас еще группа молодых людей на этот остров, да, приедет, я так понимаю? Или что это? Или они все погибнут, или выживут? Какая трагическая игра, и все это в самом начале, посмотрите. Боже, что происходит? Ассистент погиб. Какие-то молодые люди, которые потерпели трагедию, да, в океане. О, боже мой. Мои дорогие котятки. Ну, реально, начало прям очень страшное, пугающее. То есть вот эти вот растения, да, которые геномодифицированы получаются. И ассистент погиб. И вообще... Ой, мои дорогие котятки, надо все это переварить и продолжить прохождение этой интереснейшей игры.
в моем следующем видео. А вы обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны, и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте лайки и пишите мне комментарии, мне будет очень и очень приятно. Ну а на этом моменте я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока. Всем мяу.